сейчас подарю мужу подарочек. Ром! У меня для тебя подарок. Подарок для зайчика? Ну да. Что это такое? Это Faberlic триммер. Ну я же знала, зайчонок, плати. Пойду с размазкой на пойду. Ну я был. Распаковка. Это типа для чего? Для мини-волосиков? А, хотя, слушай, для бороды, может, подойдет, не знаю. Да, тут и для бороды тоже. Бережное удаление желательных волосков в носовой полости, удаление волос в ушах. И как раз коррекция формы усов, бакенбардов и бороды. Я как это тогда крепится? Слышишь? Вот, бакенбарды, усов и бороды. Бакенбардов у меня нету. Ну, борода. Так, это понятно? Бородка. Так, а вот это вот как тогда? Я хочу ее сразу, может, затестить. Ну, тут, наверное, как-то там нет какой-то инструкции. А, ну, вот ну а все. Как счет? Ну не здесь только это надо, ванная тут иди с волосами намусоришь. Сейчас я посмотрю. Мы тоже посмотрим. Не подглядывайте за мной. Сейчас я, блин, ну вот видишь, она слишком большая, мне кажется, для бороды. Не знаю, надо смотреть. В смысле маленькая? Что маленькая? На корректировки, наверное, ну, давай нормально. Попробуем. Ну, еще тебе не нравится. Отлично, по-моему. Ну, да, слишком. Нет. Не подходит. Нет, просто неправильно так, делаешь. Нет, она не подходит. Видишь, это чисто если совсем, совсем под минимум делать. Ну и что? Почему ты можешь вот так? Ты просто неправильно делаешь. Можно же вот придержать сколько нужно, допустим. Вот так. И просто это все. Как оно так, да? И вот так. Делаешь. Не, ну вот. И пожалуйста. А, ну, кстати, смотри, с этой какой придержкой. Ты просто не в ту сторону делаешь. Да. Блин, я не с руки придержку. Вот так, да, кстати? Ну да. Ну, конечно. Не, ну я просто, понимаешь, что ну, я лучше полностью и нормально тоже. Так. В любом случае, классно. Да, тебе же понравилось? Да. Ты давно это хотел. Я вот это хотел. Ну, я это имею в виду, вот что это, не для бороды, то есть ровно. Ой, какие там огромные. Рома давно хотел, вот. И я поэтому, собственно говоря, решила подарить. Слышь, как там нахрустывает. Да. Огромные космы. Да, настал тот период, когда я... Кстати, очень классно то, что здесь не батарейки, да, а именно на проводе зарядка. Не, ну понятно, нормальные средства никто не будет на батарейках делать, это колхозно. Ну, да, в общем-то. Но такие встречаются. Ну, в общем, все, я думаю, не стоит смотреть за всем этим так долго. А куда оно девает волосы, мне интересно? Ну куда? Может сюда? Вот твоя борода. Там еще осталось. Ну что, куда волосы? Никуда, они же вниз просто. Да, я вот не видел, кстати. Вот такой хороший подарок я сделала мужу. Видите, наслаждается. А, кайф. Ну на самом деле, правда ведь ты давно хотел. Да, конечно. И вот я решила порадовать, ты рад? О боже, он супер чистый. Нет. Там, по-моему, ни волосинки не нет, осталось. Нет, смотри, вот тут все дофига. Не, ну по бокам это уж так дело, а вот чисто так, если визуально. Оно сейчас... жареными волосами пахнет так теперь уже. Ладно, какой антин. А я был прав, я знал, что Зайка подарит мне эту штуку. Я понял, про что она говорила, когда сказала мне, что я давно это хотел. Да, но не сразу ты понял, а очень не скоро. Ты... Как не сразу? Ты мне сказала, я сразу сказал, оп, ты мне подаришь это. Она вообще-то такая... не так все было. Я тебе говорил, ты сначала что-то там думал себе, думал. Я говорю, вот ты об этом, я тебе говорю, я подарю такое, что ты давно хотел, но ты 100% ну, не догадываешься.
Вот, и это несколько раз было, что ты вот реально не понимал. А потом в какой-то момент ты сказал, что типа, я понял, что ты говоришь. Вот это да, вот. Да. Я потом мне что-то вдруг пришло в голову, и я прям просёк фишку. Ну да, и получается, что реально угадал. Ну, в принципе, ты же действительно хотел это. И, ну, единственное, что ты, я уверена была, что забыла про то, но в какой-то момент что-то подсказала. Для бороды тогда всё равно неудобное. Бритвы лучше, потому что, ну, в смысле этой, которой голову, потому что ставишься, принципе... и прям вот идешь вот так ее полностью, а тут ее надо придерживать, и она, видишь, получилась криво. Ну, для бороды это как бы бонус, в первую очередь, ну, да. Я тебя брала как для носа, ты же это хотел. Бонус для носа. Поздравляю еще раз. Ну что ты с ним целуешься-то вообще? Приехал Дима, и сейчас я ему сделаю подарок. Димасик. Да. Вот тебе подарочек. Ну да, открытка. Самому лучшему. Открывается открытка. Вот кому-то смогу подарить письмо. Нет, это письмо для тебя. О. Где? Рублей. Да. Ну, как тебе подарок? Ну, круто. Спасибо. Пожалуйста. Поздравляю тебя еще раз. Я сегодня, конечно, Диму уже поздравляла. Да. Электронно. Все, всех поздравила. День стремится к завершению. У меня сегодня день с головной болью. Мне очень приятно это. Вот, поэтому особо настроения нет. Диме я хотела, конечно, подарить... У меня сначала мысль была деньги, потом вдруг щелкнула мысль пойти купить ему какую-нибудь, джемпер, кардиганчик, какую-нибудь кофту, потому что Дима хотел как раз себе что-нибудь новенькое, но в тот момент, когда эта мысль щелкнула, в тот день я себя чувствовала приболевшей, чувствовала себя очень неприятно и никак не могла пойти в торговый центр, естественно, это было невозможно, вот. Потом думала, на следующий день, может быть, на следующий день тоже не получилось. Вот, и в итоге, как бы вот как есть, так есть. Ну, и я спрашиваю Диму, ну как, ты рад подарку? Он говорит, ну, как бы деньги, лучше бы какой-нибудь был бы предмет, да. Я говорю, ой, слушай, да, как раз хотела тебе подарить какую-нибудь кофту, вот, но, к сожалению, не успела. И Дима говорит, ну, давай вот вместе сходим, я что-нибудь себе выберу, и все. То есть вот к такому решению мы пришли. И это здорово, на самом деле, то, что Дима сам выберет то, что ему будет по душе. Причем Дима сказал, что раньше я выбирала одежду, ну так, как говорится, на отвали, типа, возьмите, что хотите, то и берите. Часто так было, еще кто-то там писал, вот, почему вы без Димы берете, иногда так и бывало. Вот, ну, на самом деле, Диме было действительно все равно. Сейчас это уже не так. И Дима говорит, что я сейчас вот как раз не как раньше, да, там, с большим удовольствием, ну, выберу то, что действительно нужно мне. Я говорю, ну, и прекрасно. Так даже лучше. А то, получается, если бы я подарила, то это был бы все-таки мой выбор. А тут ребенок сам себе выберет. Так что все, что не делать, как говорится, все к лучшему. Вот, сама судьба решила. Ну, а я сейчас хочу... полежать, почитать книгу, вот такую сейчас я читаю, по-моему, вам, да, уже показывала, самая страшная книга у меня, ну, тут прочитано больше половины уже, вот, не все, конечно, рассказы приносят мне удовольствие, не все мне нравятся, ну, какие-то нравятся. Ну, это понятно, рассказ все разного характера. Есть здесь, знаете, военные такие, вот мне вообще они не заходят. Ну, так, дочитаю до конца, могу сказать, какие, если не забуду, да, об этом снять, то скажу, какие именно я выделила, которые действительно мне понравились. Ну, и, может быть, скажу о тех, которые прям вот, прям вообще не понравились. Ну, скорее всего, просто назову те, что понравились. Вот. Прошла бы головная боль, было бы, конечно, чудеснее. Ну, пока так, неприятно. Хотя таблетку я пила сегодня, цитрамон, но она помогла на какое-то время, но ненадолго. Пить вновь что-то неохота. Ну, всякие дела. Ладно, сейчас отключаюсь. Вот такой у нас был день. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всех еще раз с праздником и пока.